А до розмови ми запросили актора, заслуженого артиста України Андрій Дирік. Доброго ранку вам. Отож, ви, як ніхто кращий, знаєте про феномен голосу, про те, що це наш інструмент, що його можна змінювати, за ним можна доглядати, ним можна маніпулювати. Давайте про це поговоримо. І перше запитання, як голос впливає на людину? Тому що ви безпосередньо у цій сфері знаходитесь. От розкажіть нам про це. Як голос впливає на людину? Ну, во-первых, вы действительно правильно сказали, что это самый уникальный музыкальный инструмент в первую очередь, если для музыкантов, да. Потому что обертоны, голосовые обертоны, они не сравнимы ни с одним другим музыкальным инструментом. Это уникальный голос, уникальность этого инструмента заключается еще и действительно на то, в том, что он действительно влияет. Идет речь не о том, чтобы там НЛП, там что-то или не подобное. Не будем да, про да, программирование. Да, нет, мы нет, зараз лише про голос. Да. Тембр голоса, он действительно может успокаивать, угу. Он может возбуждать, может опять же вызвать агрессию угу. какую-то. То есть, естественно, тембр голоса. Ну, если говорить о музыкальных голосах, то ну, они делятся, я просто напомню, что это сопрано, альты, тенора, баритоны, басы. Там идет уже градация другая. Есть там, например, колоратурная сопрано, mm-hmm. это высокая сопрано, которая подвижная сопрано. Или там бас профунда, это самый низкий бас. Ну, вот. Мы, как люди не музичні, до нас далеко, вот якщо вот людина така, як я, там, телеведуча, ви актор, от як можна керувати цим голосом? Чи можна його змінювати? Там, зараз я говорю так, а потім я заговорю ось так. От як ми можемо керувати своїм голосом? Якщо говорити про те, що зараз ви задали питання, це, скажімо так, в більшій степені відноситься до логічним ударенням. Тобто, коли ви хочете что-то выделить. Выделить можно очень просто. Есть совершенно простые правила. Можно сказать выше или ниже, громче или тише, быстрее или медленнее. Угу. То есть вы этим акцентируете какую-то фразу, какую-то мысль. Голос как инструмент, наш человеческий инструмент, просыпается через, ну, приблизительно через 4 часа после того, как просыпается тело. Угу. Почему? Есть ряд упражнений, которые это в основном дыхательные упражнения и артикуляционные упражнения, которые могут голос, ну, развивать, как вы говорите, да? Тобто, я розумію, після того, як ми прокинули, через години ми вже повноцінно робочий інструмент маємо, так? Наш голос. Через 4 години. Через 4 години, так. Через 4 години. Да. Тому що, угу. ну, самі замечали, може бути, за собою, за другими замечали, що от сонний голос, так називаємо, такое, да? Так. Тому для того, щоб привести його в порядок, треба є ряд комплексних упражнений. Так, угу. То, что я говорю, дыхательные так. упражнения и артикуляционные упражнения. Вот, если хотите, я могу сейчас вам продемонстрировать. Ну, давайте коротесеньку, так? Коротесеньку. От, давайте так. вашу найулюбленішу таку вправу для голосу. От, щоб наші голоси прокинулись. Повторюйте, друзі, за нами. Ну, если брать артикуляционные так. упражнения, да, это мы натягиваем губки на зубки. Угу. Так. Каждое упражнение делается 2-3 минуты. Угу. Очень хорошее упражнение, если мы от верхних резцов по верхнему небу проводим кончиком языка, и тогда у нас появляется так называемый зев, открывается, да, опускается гортань, угу. это правильная позиция для да. речи. Но это артикуляционные упражнения. Дыхательные упражнения, то есть фильтрация легких. Мы можем на 4 счета делать полный вдох. Угу. И, естественно, при этом мы не поднимаем плечи, не пользуемся ключичным дыханием, а смешанным диафрагматическим дыханием угу. пользуемся. Сюда набираем, да. Це буде напрацьовувати, над цим варто працювати. Ви знаєте, я читала, що їжа впливає на голос, погода і навіть настрій людини. Що ви можете сказати з цього приводу? Це міф чи правда? Ні, це не міф, це правда, дійсно. Яким чином тоді? Ну, звісно, що я не буду там говорити о вреді алкоголя или табакокурення. Це, звісно. Ну, це так. Да. Не стоит перед тем, как вы будете заниматься ораторским искусством, будете то ли лекцию вести, то ли что-то будете там занятие какое-то вести, то ли будете просто выступать перед публикой, не стоит кушать семечки, сухарики, не стоит ни в коем случае употреблять никакую газированную воду, никакую, угу. абсолютно никакую. То есть вы дотримуетесь этих правил, да, обязательно. А чому?
Почему нельзя? Это повага наши голосовые. Да, это, во-первых, шелуха от семечек, от орешков, она действительно может осесть на голосовых связках, и будет мешать. Все остальное, не то, что вредно, но оно может помешать. Угу. Кислое, там, соленое, что-то, вот, знаете, чтобы не пересох рот. Во время... А что ж вживать можно для голоса? Очень индивидуальный подход. Угу. Кому лимон, кому селедка. Вау, нічого собі. Кому ж цікаво лимон, а кому що? Ну, мені, наприклад, лимон. А як це ви знаєте? Це вам чи фоніатори допомагають? От як ви знаєте, що вам для голосу покращує лимон? От для того, щоб там гарно виступити на сцені. Ну, мабуть, це просто вже із практики. Угу. Тобто ви перепробували все, я так розумію, так? І що, чесно, лимон дійсно вам підходить? Так, мені допомагає лимон. Для того, цікаво. Щоб, сохранити нормальну влагу в полості рта. Щоб не мішало нічого. Хоча і да, я читала, що навпаки. Завжди. Дуже часто ми чуємо, боже мій, який в мене поганий голос. Ой, як мені не пощастило. Чи можна його якось покращити? Чи от якщо він нам даний вже природою, то вибачте, з таким ми вже маємо й бути. Чи ні? Чи можна якось? Я преподаю в Академії панікуліста, і ми там займаємося, звісно, сценічною річчю. Есть, опять же, ряд упражнений, например, на развитие диапазона голоса, на развитие динамики голоса. Угу. Вот можно там, если элементарно, то берем там до 10, считаем, начинаем снизу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Угу. И так вниз, да. Угу. И то же самое по динамике. От пианиссимо до форта, да. Можно развивать голос, можно. И нужно развивать голос. Но, в общем, если говорить... конкретно, то тембр голоса можно улучшать, не изменять. Как покращивать? То, что я говорю. Есть, вправами, да, упражнения, артикуляционные упражнения, вплоть до того, что если человек даже заикается, можно научить его разговаривать, более плавным. Угу. Плавная речь, такая напевная речь, да. Угу. Если человек заикается или имеет какие-то недостатки произношения, есть масса упражнений, которые помогают в этом. Тобто це треба з фахівцем, правильно, радитися і допомагати. Конечно, а як тяжело зробити. Як берегти свій голос? От у мене багато знайомих там співаків, і перед концертом вони не розмовляють. Наприклад, ось добу перед виступом не розмовляють. Це, що це таке? Розкажіть. Це вокальний принцип. Це для вокалістів, так? Для вокалістів це, як правило, не розмовляють. Діло все в тому, що вокальний голос, вокальна подача голосова, вона відрізняється від речової подачі. И, естественно, вокалисту лучше помолчать перед выступлением. И вообще даже не за несколько часов, а за несколько дней помолчать. Просто для того, чтобы голос успокоился, для того, чтобы был в форме. То есть понятие такое, в форме голос. Ви актор, у вас багато випадків було в житті. Два такі, що зникав голос перед виступом. Чи може у вас, чи може у ваших близьких, і треба терміново його реабілітувати. Що робити в такому випадку? Вот такі форс-мажорні моменти. Є там кілька рецептів. Наприклад, це кипячене молоко з боржомі. Вау! Цікаво. Пополам. Угу. Либо это настойка анисовая, это может быть спиртовая настойка, но в основном делают там на 100 граммов коньяка, ложка анисовых зерен и ложка меда. Угу. Это не выпивать надо, это просто надо... друзья, это не выпивать, это потребно, послушайте. Не выпивать. Это берется ложечка, вы заливаете ложечку в рот, и вы не глотаете ее, а дышите через нос, чтобы связочки размягчились за счет аниса, за счет меда, за счет коньяка. Либо можно просто делать анисовый чай. Угу. А молоко з боржомі теж не пити, правильно? Ні, це пити. А це пити. Молоко з боржомі пити, друзі. І наостанок ще хочу запитання. Все ж таки, от кажуть, феномен голосу, що голос впливає. Як, в якій ситуації можна керувати голосом? Наприклад, людину на свій бік якось там заманити, приманити голосом. Я читала, що це дуже так актуально серед бізнесу, хто хоче підписати якийсь договір, да, щоб на свій бік людину привернути. От давайте трішки зупинимося ще на цьому. От коли, як, м'яко, коли треба говорити?
Ну, если вы, опять же, начинаете говорить громко с человеком, так, то вы его от себя как бы отталкиваете. Если вы говорите с ним доверительно, шепотом или каким-то мягким голосом, особенно если это голос ближе, там, альтовый звук или басовый звук, ну, вот вы сами знаете, что на телевидении и на радио предпочитают низкие голоса, да, потому что высокие голоса все-таки они немножечко отталкивают от себя. Вот. А когда человек говорит низко, бархатным таким звуком, он начинает себе начинает к себе привлекать внимание и, естественно, доверие. Какое-то доверие. Вот способов много. Способов много. Но то, что вот я говорил, можно говорить для того, чтобы выделить какое-то слово, какую-то фразу сделать. Можно акцент сделать. Тише ее сказать, громче, быстрее, медленнее. Тобто треба вирівнювати голос. Ніж, да. Так? Да. Ти вибуєш, ну я вже вам довіряю. Вот. Після, так, да, що? І, да. Ну і якщо говорити о логічних удареннях, то, звісно, коли правильно вистроєна річ, а річ, там, наприклад, там сложное слово какое-то, да? Тарас Григорьевич Шевченко. Что мы выделяем? Мы не Тарас выделяем, а выделяем Шевченко. Или даже если мы скажем Шевченко Тарас Григорьевич, все равно выделяем последнее слово. Там, прилагательное и существительное вместе, да? Лисья нора, нора лисы. То есть правильно выделенное слово, правильно сформулированная фраза, она всегда привлекает к себе других людей. Думаємо над логічним наголосом. Так, когда да, человек, ну, есть же такое выражение, коряво мыслишь, коряво говоришь. Если человек говорит правильно, то у нас появляется к нему доверие. То есть надо следить не только за артикуляцией своей, за произношением, а надо следить за тем, как ты выстраиваешь фразу. Угу. Я зрозуміла. Щиро вам дякую. Дякую, що завітали і розказали. Андрій Дирік, актор, був. Отож, управляйте своїм голосом, слідкуйте за своїм голосом, доглядайте, і тоді люди будуть вам довіряти набагато більше. Дякую вам.